Когда отказала печенка, желудка отрезали треть, и с почками плохо, и с селезенкой. Главное, ребята, с сердцем не стареть. Сегодня для того, чтобы всех победить. Победить Белевича. Побороть Горбачева. Ну, а младший научный сотрудник сам поборется с собой. Значит, остаемся здесь и решаем. Не успели мы выпить. Они будут тоже пить, а? Да. Они не то что пить, они лопать будут. Ты никто не слышит, да? Кость. А чего вы хотите? Кость, ты предпоследний герой? Я... Да. А что? Ну, что ты хочешь сказать? Я ответь хочу... на абстрактный вопрос. Какие же дураки мы все. Может, в Перми, а? Может быть, в Перми? Если бы я был... Вверх? А, где-то километр. А через километр она тоже дорога, но там уже нужны лыжи, поскольку там один снег. На сегодняшний день... Олег, спирт будем разбавлять вижайской водой. Идти побежаю. Так, а пошли... Как делают? Очень-очень просто.
Надо взять. Не, мясо. Тихо. Маленького роста. Пошутим. Буквально сегодня, сейчас вот совершенно совершил небольшую поездку, переход, так сказать, с местным байкером Андреем. Мы один раз перевернулись, но мы достали. Вот это все, что осталось. Больше ничего. Погрузим. Только что лежал на земле под мотоциклом. Я вру. Имел связь. Чем усталость. Мы снова на реке Вижай, на нашей любимой. И все хорошо, в общем-то. Вот. Опять-таки подходят из Нижнего Новгорода люди какие-то. Но это не важно. Нет, ты расскажи, что там все тащатся от того, что... Все тащатся от того, что мы сюда приехали. Все нас ждали, как ни странно. Мы не ожидали этого, но так ну, случилось, да, что нас ждали здесь. Вот. Секция группы «Ленинград» исполняет песню «Когда нет денег». И про вас, и про нас, и даже про Алексея Михайловича. Вы здесь? Потому что нету денег. Ни рубля, ни рубля. Потому что нет машины. Костя, нет. Костя, я когда нет денег! Вижай 2003! Это сырами! Антропоник!
чаще не шуми. Всему я как мудак хотел. Какая сука! Родился, в Бухаре простудился, значит так. В Копенгагене напился, дымом грелся в Амстердаме. Было дело в Варшаве, и жарко было в Египте, значит так. Мне не жалко одиноких, преждевременно седых. Она куда тебе совесть? И по душе простотепной, значит так. Не опаздывай на поезд и возьми с собою деньги. По низине пошел, повисел да и сел, стал руками вперед. А меня не берет, а меня не берет. Мне всегда хорошо, а меня никогда не берет, если что. А мне не надо другого, а у меня самый лучший, самый. Не обламывайся, догма, у тебя такой же точно. Попридержи свои нервы, а то пойдешь за 101-й километр. Ну а впрочем, знай как хочешь, и не будь такой манерный. За здравие свечку, отче наш, как проснешься, значит. Ну все, держитесь. Вперед, а меня не берет, а меня не берет. Мне всегда хорошо, а меня никогда не берет, если что. По низине пошел, повисел да и сел, стал руками вперед. А меня никогда не берет, если что.
Бля, у нас здесь шире было намного порядка. Да, да. Все залито было. Вот это все залито было, абсолютно. А вот это не было залито, залито сейчас. Нет, нет, совершенно ничего практически не давало. За неудовольствие было так. Потом мне стало опять плохо. Вот Рустин. Он сегодня, вот Олег Геннадьевич Пашутин, сегодня вымыл мне голову, хоть которая большая, а не так, как он.
сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть.